Всем привет! Настало время для очередной загадки. Как вы все знаете, кнопка выдает очень короткий сигнал. То есть по нажатию кнопки мы открываем две, и она через короткое время закрывается. Это не всегда удобно. Предлагаю вам подумать над вот такой схемой. Смотрите, кнопка расположена на один блок выше уровня земли. Если мы нажимаем на кнопку, то дверь остается в открытом положении. Еще одно нажатие на кнопку закрывает нашу дверь. Ну и соответственно то же самое будет работать и с другой стороны. То есть у нас получается кнопочная дверь, причем механизм у нас расположен полностью под землей и абсолютно не видим. Вот над такой загадкой я предлагаю вам подумать. Итак, условия загадки. Кнопка на один блок выше уровня пола, механизм полностью не виден, ну и разумеется постарайтесь поработать над его оптимизацией и компактностью. Желаю вам в этом удачи. Как обычно, ваши варианты оставляйте видеоответами к данному видео. А на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. До следующих встреч. Пока!